Внимание, объявление. Междисциплинарный институт ритмодинамики ищет программиста, способного создать продвинутый вариант симулятора волновых процессов, в том числе с возможностью 3D-визуализации. Данная программа будет демонстрировать любые волновые взаимодействия с позицией ритмодинамики и может выступить в роли серьезного учебного пособия для школ и физических вузов, а также способствовать еще большей популяризации ритмодинамики, как теории, объясняющей механизм различных физических явлений и предлагающей реальные инженерные решения в таких направлениях, как создание действующего устройства, использующего для перемещения в пространстве движущую силу нереактивной природы, создание источника электрической энергии в виде батареи, способного без подзарядки выдавать постоянный ток в течение одного года и более, создание принципиально нового безамплитудного способа передачи приема энергии информации, создание системы для мониторинга частотного состояния местности, а также раннего обнаружения изменений в сейсмически активных зонах, создание навигационного устройства, работающего на новом принципе, не требующего GPS или GLONASS для позиционирования. Если вы имеете хорошие навыки программирования и желаете продуктивно потрудиться над разработкой уникального учебного пособия, просьба связаться с коллективом Института ритмодинамики. Все контакты для связи находятся под видео.